Даже ножик положили, офигеть. А у тебя бензин есть, кстати? Короче, привезли ему машинку, приходится помогать соседям. А соседям всегда нужно помогать, потому что, как говорится, лучше помочь, чем не помочь. Собрать, короче, ему вот эту вот фигню. Посмотрел он на все это дело, на наши погоды, и решил, что снегочистилка – это нужная вещь. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот у меня сосед индус. А то вы не верите, что он индус. Он настоящий индус. Скажи что-нибудь по-индусски. Да. А по-индусски скажи. Намасте. Открыли, посмотрели. Заранее обязательно купили масло, потому что масла в них нету. Чтобы ничего не потерять, складываем все в одно место. Вообще, это как детский конструктор. Если когда-нибудь собирали конструктор детский, советский желательно, то сложностей у вас никаких не будет. Они собираются принципиально все одинаково. Так, и вот разобрав все, сложив в одно место, мы уже понимаем, что куда. Вот он закреплен к раме. Самое важное, это помнить, что здесь масла сейчас нету. И масло нужно будет долить. Здесь будем резать, чтобы... Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все четко. Вот эта штука у нас слева. Лучше это летом все собирать, как говорится. Вот, все. Высоту померяй руками. Нормально или ниже надо? Ну, ниже чуть-чуть можно сделать. Нормально. Держи, блядь, провода. Вот этот идет вверх без пружинки, пружинка идет вниз без пружинки. Вот этот вот так сюда шайба. И шплинт, ну шплинт все знают, как расшплинтовать. Раз и все. Так. А сюда идет у нас с пружинкой. Оп. Пружинка, шайба, шплинт. Оп. Все. Ну, проводочки, слава богу, для тупых. Это обогрев ручек, они одинаковые. Вот, вот, вот. А, вот здесь, так. О, похоже. Вот так, еще винт должен быть. Будет 35 минут. Отпускай все. Все отпускай. Увеличитель высоты. С той стороны тоже надо? Да, может пока намечать. Все, так. Пошли туда. Руки уже замерзли. Что дали, то и зальем. Вот масло надо греть зимой, чтобы оно спокойно залилось, как водичка. Сколько объем здесь? 3,6 или 2,6? Не гони, не гони. Так, приступаем, дорогие друзья. Все это было лирика. Но нужно выбирать не такую гребаную погоду, а нормальную. LED 0, подогрев 0. Воздушную заслонку закрыть. Вставить старт-стоп. Накачать бензина.
и воспользоваться, если вы дегенерат, электростартером. Но это, представляете, зимой притащить сюда нужно будет сейчас что? Кабеля. Ура! А что не будет ура? Ты сомневался, что ли? Так, после того, как завели, снимаем лицо соседа-индуса. Он, наверное, не привыкший. Видите, русские, вот индусы. Есть разница? Есть разница. Ну что, скажи спасибо соседу. Спасибо, сосед. Ну что, пробуем. Аппарат. Понятно? Все хорошо? Все, спасибо. Мир, дружба, жвачка. Да.